Своих не бросаем. Новую партию гуманитарной помощи военнослужащим СВО отправили из станицы Преградной. Отправка груза осуществлялась предприятием «Флора Кавказа». В состав гуманитарного груза вошли дизельные генераторы, ноутбуки, печи дизельные, автономные, вода, продукты питания и многие другие предметы. Все виды дополнительных технических средств приобретались по заявкам военнослужащих, с которыми республика постоянно находится на связи. Подробности у Али Баташева. Погрузка нескольких тонн гуманитарного груза проходит быстро и организованно. В закрытом кузове грузовой машины оказываются нужные для наших бойцов дизельные генераторы и печи, необходимое снаряжение и медикаменты, вода и продовольствие. Погрузку производят работники предприятия «Флора Кавказа», которое занимается доставкой гуманитарной помощи с момента начала спецоперации. Отправляем часто, заявку дают сами ребята, которые там воюют, дают заявку комбан, согласовывают с ребятами, и мы выполняем. Мы взяли, как говорится, шефство над этой бригадой. Это 17-я артиллерийская бригада, которая находится на передовой. К сегодняшнему дню ребята то, что заказали, это автономные печи для обогрева, это дизеля-генераторы, и продукты питания, часть которых у них не достает. И также теплые вещи, которые сегодня, на сегодняшний день так необходимы. Груз собран и отправлен в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, председателя парламента Александра Иванова, секретаря районного отделения партии «Единая Россия» Азрета Либаташева и многих других неравнодушных людей. Народу спасибо, они совместно с нами работают. Мы согласовываем с ними, и они тоже мелкими партиями отправляют груз в СВО. Это же, вы понимаете, это же наша общая боль, общая задача. Если мы помогать не будем, они там в окопах, мы делаем одно общее дело. Мы должны сохранить великую нашу Россию. Это наше будущее, будущее нашего населения, будущее нашей молодежи. Благодаря работе штаба по оказанию помощи военнослужащим СВО у каждого жителя Карачаева-Черкесии есть возможность внести свой вклад в общее дело и оказать поддержку нашим воинам, участвующим в спецоперации. Сбор и отправка гуманитарной помощи проходят исключительно по заявкам военнослужащих, с которыми мы находимся на связи, говорят в Урупском районном штабе. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Урупский район.